мы приехали в торговый центр «Караван». Сейчас собираемся в киношку, зайдем в «Мастер Зоо». Ну, а так еще по магазинам походим. Тут уже все украсили, очень красиво. Вот хотела вам показать фонтан этот. И вот покажу, какие есть магазины у нас. Кстати, это был самый первый торговый центр. Он, ой, построился очень давно. Лет 12, наверное, назад. И я была на открытии, его очень люблю. Я сейчас, конечно, в Дримтаун езжу, в Оушен Плаза часто. И вот мы приближаемся к кинотеатру. Сейчас возьмем билеты. Сейчас расскажу, на какой фильм. Пойдем перекусим. И там не видно справа. Пойдем в «Мастер Зоо». И вот мы уже купили билеты на фильм «Фантастические звери». Скоро пойдем. Так, мы зашли в ресторанчик «Блинов». Такую вот вкусняшку нам принесли. Варенички, салатик оливье. Сейчас я попробую чуть-чуть снять его. Тут очень вкусно кормят. Мы очень часто сюда заходим. Ну, почти каждые выходные. Вот мы уже перекусили. Толя пошел в супермаркет покупать продукты. А я зайду в зоомаркет, в «Мастер Зоо». Мне нужно кое-что посмотреть и, возможно, кое-что куплю. Я хотела купить консервы, какие-то лакомства. Сейчас посмотрим. Кондиционер. Крем для подушечек лапок. Может быть, другой фирмы поищу. Вот такой спрей у меня есть для зубов. Очиститель для глазок. Для ушек. Так, корм Петит. Такой я уже взяла. Вот думаю, может быть, такой еще с курочкой взять. Не знаю, может быть, пока тут попробуем. Такие еще не пробовала. Вот эти пока наши самые любимые джим-дог. Такие наполнители для котиков. Кстати, очень вот эти хорошие, силиконовые. Когда у меня был котик, я брала. Такой обычный наполнитель не люблю. Хорошая, всем советую. И вот эти наборы. Классно. Я подумаю, может быть, подарю маминому котику. Игрушки для котиков. Такая мышка классная. Кстати, маленьким собачкам тоже, мне кажется, подойдет прикольно. И всякие уши блестящие. Классно. Смешно. Для котиков, конечно, меньше выбора. Хотела еще таких показать, очень смешные. Мне вот эти понравились. И вот это очень понравилась мышка.
такие попугайчики у них прикольные есть. Привет! Боже, что ты так смотришь? Такие маленькие. Кстати, я тоже хочу попугайчика себе. Еще сверху кто-то. У них и рыбки есть разные. Спит, наверное, шиншилка. Мальчик 530 гривен. Ой, там еще один. Подходят так рулеточки, они не подходят. Сейчас хочу посмотреть флекси 459, но это большая, поменьше есть. Я вообще вот такую хочу маленькую, именно черную горошек. Вот в эпицентре рулеточки флекси, большой выбор. Вот эти маленькие, которые я хочу. Вот это розовое, смотри, мне нравится. Такой большой выбор у них, конечно. Наверное, здесь будем рулетку покупать. Такие еще. Это какая-то другая фирма. Вот такая флекси есть. В общем, или такую какую-то, или вот такую горошек, только поменьше. Смотрите, нашла такую лежанку, как я брала Тиффани. Стоит она 263, а я за 170 брала. Но здесь большой выбор. Такие разные есть. Такие. Мне вот это очень понравилось. Сейчас покажу. Вот она. Сейчас. Такая. 600 гривен стоит. Она тут так распускается. Может быть больше, может быть меньше. Тут очень мягкая. Но не съемное дно. Все цельное. Такая ничего, миленькая. Убираем. Есть еще у них такие леопардовые. Много расцветок, конечно. Мне нравится. Такие вот. Прямоугольные. Ну, классные, конечно. Хотела еще показать вот такие корзинки. Прикольные. Мы вчера были до каравана здесь. Такие классные всякие.
с мишками, зайчиками. Мы были до каравана вчера здесь и купили корзинку одну вот такую. Я в покупках покажу. Маленькую корзинку купили и комод. Мы купили комод себе в ванную, плетеный. И купили для Тини вот наша комодик на 3 отделения. Я покажу все в покупках. Еще вот я взяла всякие цветочки, удобрения. Я люблю цветы, вы все знаете. Такой вот. Так, ну что, поехали дальше. Я хочу еще цветочки посмотреть. Видите, как тут круто очень. Очень большой выбор цветов, вазонов. Я очень люблю эпицентр. Вот еще корзиночки. И вот мои покупки, сделанные за 2 дня. В караване и в эпицентре. Начнем с покупок в Мастер Зоу. Я купила вот такие зубные щетки. Их здесь 4 штуки от фирмы Trixie. Они очень маленькие, мне кажется, как раз подходят очень хорошо для щенков. Стоили они 63 гривны. Сейчас достану, покажу. Вот они такие маленькие. Мягкие. Мне очень нравится. И мне кажется, это очень хорошая цена за 4 щетки. Всего лишь 63 гривны. Следующая моя покупочка. Это вот такая зубная щетка от фирмы Biopfar. Стоила она 101 гривну. Я давно ее хотела. Она идет двухсторонняя. Сейчас аккуратненько тоже открою. Это пожестче сторона, побольше которая. Это такая мягкая. Мне нравится. И по чеку мне обошлось 165 гривен. Скидка была 5 гривен. Следующие покупки были мои в эпицентре. Это вот такие пеленки. Я уже их показывала, покупаю второй раз. Они мне очень нравятся. Это детские пеленки для деток. Здесь 30 штучек. Размер 40 на 60. Стоят они 125 гривен. Мне очень нравятся, потому что они в 2 раза дешевле, чем пеленочки для собак. Поэтому я их покупаю. Также мы взяли вот такие игрушки. Они были недорогие. Вот такой мячик. Он стоил около 60 гривен. Вот такой бутерброд, я думаю, вы часто гамбургер видели его, или хот-дог, я даже не знаю, кто это, в зоомагазинах. И вот такой огурец, очень смешной. Тиффани нравится играться с мягкими игрушками, но я взяла вот такой, например, мячик, его можно на улице, будет не жалко с ним играться. Но это просто мне очень понравился смешной огурец, я его взяла. И купила возле дома платье, у меня там зоомагазинчик есть от фирмы Доги Доли. Это размер S. Я взяла специально больше, чтобы она подрастет, и где-то месяца через 3-4, я думаю, уже будем в нем бегать, как раз к весне, с такими вот коронами, очень такое миленькое, стоило на 150 гривен. И сейчас я вам покажу самые главные покупки, это комоды. И вот комодик, который мы купили вчера в эпицентре для Тиффани. Он идет такой деревянный. В нем 3 отделения, корзинки плетенные. Мне очень нравятся, они очень вместительные. В первом отделении я хочу хранить уходовую косметику, во втором амуницию, игрушки и в третьем одежду, скорее всего. Стоил такой комодик около 2000. Мне он очень нравится. Кстати, если это видео наберет 100 лайков, я сниму хранение вещей в этом комодике моей собачки. И к этому комодику я купила вот такую небольшую корзиночку. Тоже с мишкой, она беленькая. Это у меня будет для хранения вещей, которыми я пользуюсь постоянно. Там всякие ушные капельки для протирания глазок и так далее. Стоила эта корзиночка около 200 гривен. Я, кстати, не знаю, буду ли я красить комод, потому что в ванной, которую я вам сейчас покажу, мы для себя купили второй комодик, я буду красить в белый цвет. А этот пока не знаю, может быть буду, может быть нет. И вот мы уже в моей ванной. И я покажу то, что я купила для себя. Я купила вот такую корзинку плетеную для белья. Она мне очень нравится. Она такая белая, красивая. Стоила она 391 гривну. Я уже все поставила, но ценники пока не срезала. Сейчас уберу ценники. Также я купила маленький комодик, такой же, как для Тини, только поменьше, на 2 отделения. Здесь я уже положила полотенечко свои.
А здесь у меня будет какая-то косметика, фен и так далее лежать. И стоил он 1500. Мне очень нравится, очень удобно. Буду его красить однозначно в белый цвет, как и корзинку, потому что у меня в ванной все светлое, хочу белое. И также я поставила лоток Тини с пеленочками уже. Ну, пока она еще, по-моему, не совсем понимает, что нужно делать и сюда ходить. В общем, не знаю. И это все покупки, которые были сделаны за 2 дня. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. До новых встреч, всем пока-пока!